В вопросе о том, начала ли Россия новое наступление в Украине, сегодня мы в частности видим, что Россия продолжает направлять в театр боевых действий большое количество войск. Войска плохо оснащены и плохо обучены, и из-за этого несут большие потери. И как мы ожидаем, это будет продолжаться. Мы также видим усиление артиллерийского огня в районе Бахмута. Битва за него продолжается. Сейчас западные союзники тренируют украинских солдат сразу в нескольких странах. Швеция, в частности, предоставит бронетранспортеры КВАЙ-90 и будет обучать персонал управлению этими машинами в Швеции. Германия предоставит минометы и обучает работе с ними, а также маневренной подготовке в Германии. Мы обучаем украинские силы работе с боевыми машинами пехоты, Брэдли и Страйкер в Германии, а также маневрированию и интегрированию артиллерийских мощностей и общевойсковой подготовки. Таким образом, работа ведется сразу в нескольких направлениях. Мы изложили подробный план того, как мы собираемся поставлять все необходимое Украине в этом году. Это то, над чем наши лидеры упорно работают.